Проблемы ЖКХ решают здесь и сейчас. Плохое освещение, строительство тротуара, выкорчевывание пней. В муниципальном центре управления регионом в Химках обрабатывают жалобы жителей и составляют график решения проблем. Дело у нас общее, и мы взаимно заинтересованы в том, чтобы не иметь просрочек, не иметь повторов, не иметь отложенных заданий, ну и повысить качество отработки. В ходе встречи подвели итоги уже проделанной работы. Отметили главное – положительная динамика есть. Следующий квартал у нас будет сокращенный, соответственно, расслабляться нам некогда. Я думаю, всем уже тяжело, наверное, где-то, но с другой стороны, коллеги, мы уже положили 9 месяцев своей жизни на эту работу, соответственно, как бы, еще 2, я думаю, мы вполне справимся. Чтобы оставить свою заявку, обратитесь на портал «Добродел». Адрес сайта вы сейчас видите на экране.